Всем привет! Мы на Флагман ТВ, рубрика «Брендовые обзоры». И в этом ролике мы продолжаем вас знакомить с товарами английской компании Ridge Monkey. Сегодня у нас на обзоре фонари для палаток, сэндвичница, универсальный держатель, крепление для бэмпстика и чехол для фонарей. Всегда на рыбалках мы используем разную посуду, чайники, сковородки. И в данном случае компания Ridge Monkey представляет свой вариант для рыболова. Состоит из двух частей, фиксируется скобой на ручке. В наборе мы можем увидеть вспомогательные лопатки, ну, собственно, сама сэндвичница. Удобно то, что вы можете накрыть, если вы не успели поесть, у вас произошла поклевка, вы накрыли, ничто там не попадет туда. Лопатки четырех видов, в виде ложечек, плоские, две обычные. К ним идут как отдельной опцией, вы можете купить вот такой вот чехол, который вы можете поместить сэндвичницу. Не царапалась, не билась, не звенела, не раскрывалась. Вот такой вот чехол. Следующим на обзоре у нас будут фонари от компании Ridge Monkey. Этот фонарь называется BV Light. Почему он называется био? Потому что его лучше использовать все-таки в закрытом помещении, не на улице, он не имеет влагозащитной конструкции. Что входит в комплект? Сам фонарь с магнитами, металлическая планочка. Вот для чего она нужна? То есть вы можете в палатке прицепить фонарь и снаружи зафиксировать, он будет у вас в палатке вот таким вот образом. Добавлю, они идут оба на пультах. Включается фонарь кнопочкой на торцевой части. Здесь же есть и разъем микро-USB. Значит, сразу скажу, что фонари все с литионными аккумуляторами. Два типа освещения, белый и красный. С помощью этих двух кнопок и происходит, собственно, настройка фонаря. Дистанция до 5 метров. Максимальная 100 люмен. Если же нам нужен красный свет, нажимаем на кнопочку RED и включается красный свет. Экономный режим и максимальный. Следующий фонарь называется Multilight. Почему он называется Multi? Потому что как раз он предполагает использование и снаружи. То есть не боясь, что он намокнет, у него степень влагозащиты IP64. Разъем USB закрывается резиновой заглушкой. Единственный момент, что переключение света с белого на красный и наоборот, как в этом, так и в предыдущем фонаре, осуществляется только с пульта. Что интересного имеет этот фонарь, это с противоположной стороны на торце он имеет LCD-дисплей, где показан остаток работы батареи. Оба фонаря оснащены литионными батареями 2600 мАч, перезаряжаемые. Фонарь также имеет магнитные замки, тоже поставляется с металлической планкой. На этом компания Ridge Monkey не остановилась, она придумала еще к этим фонарям специальное крепление. Это крепление называется адаптер для бэмпстика, продается отдельно от фонарей, как отдельная опция, но вещь полезная. Крепление оснащено магнитами, при помощи которых и удерживается данная лампа. Резьба подходит под любой бэмпстик, под любую стойку. Выставили, накрутили, угол наклона откорректировали себе, поставили в любом месте, в секторе, в любом месте, где вам удобно, приподняли, пустили, развернули. Также я хотел бы вам показать еще один интересный девайс, так сказать, из серии креплений. Выглядит оно следующим образом. Вставляем трубку, там, или стойку, куда нам нужно ее прикрепить.
заводим сюда винт и закручиваем барашек. Вот, держится очень крепко. Значит, этот адаптер может крепиться как на стойках, на любого вида трубок, там, стоек, ротподы. Выкрутили это, убрали в сторону и фиксируем. Берем винтик. Так, закрутили. Настроили угол, который нам нужен. Под любым углом вы можете этот фонарь разместить. И просто крепим сюда нашу лампу. Все. Фонарь Multilight также комплектуется двумя шнурками для крепления, для фиксации и USB шнуром. Вы можете дополнительно приобрести вот такой вот чехол, который специально разработан компанией Ridgewanky для вашего фонаря. Все сюда помещается. Допустим, вот первый Паша себе взял фонарь. И закрываем. Он немножечко мягкий, то есть лампу вы не повредите, защищает от ударов, внешних повреждений. Итак, в этом обзоре мы с вами продолжили знакомиться с продукцией компании Ridgewanky, которую вы можете приобрести в наших розничных магазинах Флагман, в интернет-магазине flagman.kyiv.ua. Если вам этот обзор был интересен и полезен, ставим лайки, подписываемся на наш канал. До новых встреч, ни хвоста, ни чешуи.